Всем здорова, дорогие друзья, меня зовут Влад Капуста, и мы сегодня с вами будем открывать наборы героев в FIFA Mobile, и надеемся на то, что нам попадутся достойные игроки. Поехали, блядь! Будем открывать наборы героев, наборы профи и наборы роскоши. Я надеюсь, что нам сегодня подфартит, и мы получим какого-то героя, который достоин 88 рейтинга или выше. Итак, мы начинаем с наших героев. Откроем самый первый наш пак, это самый сладенький будет у нас, это Манчестер Сити. Посмотрим, что же нам в наборе героев Манчестер Сити принесет. Открываем его. Открываем набор. И давайте начнем с правой. Посмотрим, что же нам принесет правый пакетик. Блять, не приносит куда серебряного бича. Какого хуя? Ладно, я не расстраиваюсь. Открываем посередине. Блять, Денайер. Ну, зачем мне этого Денайера? Дайте мне какого-то элитного игрока 80 плюсом рейтинга. Ну что, что у нас еще? Блять, Кабанина падает, блять, центральный защитник. 88 рейтинга. Охуеть! Да! Вот это я понимаю. Первый же наш набор, набор героев, и нам падает Компани центральный защитник. Он стоит где-то 300 тысяч монет в FIFA Mobile. Нам сразу же окупается с первой же минуты этот пак Компани. Вау! А мы идем дальше. Посмотрим, что нам еще попадется. Мы, чтобы вас немного поинтриговать, откроем набор профи. Посмотрим, что нам попадется в наборе профи. Открываем набор профи. Давайте, чтобы не томить, открываем все сразу. Показать все. И падает какая-то, блядь, непонятная хуйня. Еще какой-то рыжий пот спадает. Эх. А мы начинаем дальше с нашего набора героев. Давайте начнем с ЦСКА, потому что мне ЦСКА клуб довольно-таки нравится. Посмотрим, что нам принесет этот клубец. Открываем набор. Теперь мы начнем с середины. Посмотрим, что нам в середине попадется. Вот зачем ты мне нужен? 66 рейтинга игрок. Открываем слева. Блять, еще один серебряный игрок. Я надеюсь, что и справа нам попадется уже не серебряный, а хотя бы элитный. И, блять, падает, сука. Марио Фернандес. 78 рейтинга. Ну, довольно-таки неплохо. Сравнивая с тем, что нам в самом первом паке попался, это компания, это вообще охуеть, блядь, я такое еще никогда не делал, еще мне никогда в жизни не попадался 88 рейтинга игрок, но, все бывает впервые, я молодец. А, кстати, я вам забыл сказать, что у нас есть еще бесплатный пакетик, который нам дает EA Sports каждый день, вы можете открывать его, и в нем вам попадается любой игрок, совершенно любой, может быть, от серебряного до золотого. Давайте посмотрим, что нам попадется бесплатно в их наборе. Что же здесь находится? Открываем этот набор. И нам в этом наборе падает Клифтон какой-то. Ну, все же это бесплатный набор. Хоть за что-то им спасибо, можно сказать. Мы открываем набор профи. Посмотрим, что в нем находится. Открываем сразу все. И нам, как всегда, падает в наборе профи какое-то говно. Потому что у меня в наборе профи никогда еще ничего хорошего не падало. Это наборы профи, где я слил мне уже 250 или 300 тысяч монет, и никогда ничего хорошего в нем не падало. Они меня расстраивают. И посмотрим, что у нас находится в клубе LAG Galaxy. Надеюсь, что нам герой еще один попадется. Если нам попадутся сегодня два героя, я, блядь, буду самым счастливым сегодня. Открываем. И смотрим, что же нам попадется. Давайте сразу все покажем. Показать все, блядь, и падает Де Йонг. Самый хороший из них. У нас еще остается два набора профи, набор роскоши и набор героев. Я надеюсь, что мне хотя бы еще в одном из этих наборов да попадется какой-то элитный игрок 80 рейтингом плюс. Открываем набор профи. Открываем набор, открываем. Давайте начнем справа. Сразу все не буду открывать, потому что когда открываю все, мне какая-то хуйня падает вечно. Открываем справа. Давайте справа по правой пойдем. Блядь, ну что это за бичи такие, ну ёбаный в рот. Ну я же не заслуживаю на кого-то хорошего еще одного игрока. Или чё, блядь? У нас остается три набора. В наборе роскоши могут выпасть монеты до 250 тысяч. Давайте мы откроем набор роскоши. Может быть, мы сегодня озолотимся монетами и станем миллионерами в FIFA Mobile. И что же нам падает? И нам, блядь, падает 750 монет. Это хуёвый набор роскоши. Итак, у нас два основных
из самых заключительных пакетика остается. Мы открываем набор профи. Посмотрим, что нам в нем попадется. Открываем все сразу. И, блядь, нам снова падают какие-то хуёвые игроки. Что это у тебя за имя такое? Или фамилия? Ну, алло! Блядь, хоть прическа хорошая. Ну, ладно. Мы идем дальше и открываем набор Нью-Йорк-Сити. Давай-давай, набор Нью-Йорк-Сити, принеси мне какой-то хороший рейтинг. От 85 желательно бы. Но 80-й тоже подойдет. Первый хуёвый, Тейлор, не стоит. Блядь, и Рао, и блядь, и центральный. Давай-давай, центральный, ну пожалуйста, принеси мне красного элитного игрока. Я тебе верю. И открываем, блядь, и падает. Ау, ну ёбаный в рот.